которую все прекрасно знают, безусловно, как великолепного, одного из лучших в мире бегунов на 60 метров помещения. Ну и на 100-метровке он тоже достаточно успешно выступает. И вот сейчас мы посмотрим, что он сможет показать в забеге для того, чтобы отобраться в следующий раунд. Килти, чемпион Европы как раз вот зимой в беге на 60 метров. Да. Ну, в этом забеге еще Марек Ниит по шестой дорожке. Эстонец, хороший результат у него в этом сезоне. Килти, конечно же, фаворит, безусловно, он добавляет. И вместе с голландцем и испанцем, я думаю, что он выполняет, спокойненько выполняет задачу выхода в следующий раунд. Да, Ричард Килти победитель. 10-24 в результате дают ему.